Ну и что, что? Уже вечер. Мы все равно спим. Боже, что я подсмотрела? Я хотела приблизить, но вовремя увидела. Так что, извините, 18+. Это значит, розовые сны снятся. Друзья, это вообще, конечно. Да. Здесь мы спим. А я не могу. Ой, за шнурок зацепилась. Ну как вот так вот, да? Подсмотрела нечаянно. Я не увидела. Ну, женское любопытство. Конечно, ну, мы так и продолжаем спать даже. Все достоинство наружу. Вот так. Вон, молодец, правильно. Извини, мой хороший. Наш любимый. Ой, я не могу. Вот это да. Как-то так неожиданно, да? Ну, извини, пожалуйста, извини. Алекс, я не хотела. Ну, ты сам виноват. Лежишь на пляже. Это тебе не нудистский пляж. Лежишь на пляже. Все расставил, показал. А вот там тоже девчонки, видите? У нас только Лейла может кверху лапами спать так. Всегда она спит. Малыш и Алекс. Да, нечаянно подсмотрено. Ну, это природа. Ничего не сделаешь. Как говорят, из песни слов не выпросить. Поэтому... Персеюшка. Девчонки балдеют в сторонке от мальчишек. Ну а вот наш персей. Любовь продолжает. Конечно. Смотрите. Ой, девчонки, смотрите, потягушки делают, лапочки вытягивают задние. Вот так. Да. А мостик довольная какая.